Добрый вечер, дамы и господа. Разрешите представиться, меня зовут Алексей Зардинов. И мне сегодня выпала большая честь вести этот вечер. Мы начинаем торжественную церемонию награждения лауреатов Международного экономического конкурса «Лучшая компания 2013». Конкурс учрежден Межрегиональным финансово-экономическим союзом и проводится при поддержке Государственной Думы, Совета Федерации, Министерства экономического развития, Министерства энергетики, Министерства сельского хозяйства, Российской академии наук, Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Российского экономического университета имени Плеханова, Вольного экономического общества, Международного союза экономистов и Международной академии менеджмента. Конкурс «Лучшая компания 2013» проводится в рамках пятой церемонии награждения общероссийского проекта «Финансово-экономический Олимп» и проводится в 26 номинациях, в полной мере отражающих весь спектр экономической деятельности в нашей стране. Награда присуждается отечественным и зарубежным предприятиям, достигшим высоких экономических показателей в профильной деятельности и лучшим социально ответственным предприятиям. В основе принятия решений о присуждении лидирующих мест в каждой номинации лежит серьезное научное исследование. Но лучшая компания 2013 – это не просто награждение представителей российского и зарубежного бизнеса. Это мероприятие рассчитано в первую очередь на диалог между предпринимателями, ведь совместными усилиями сделать бизнес в России – инвестиционно привлекательным и динамично развивающимся, несомненно, легче, нежели в одиночку. Сегодня мы приветствуем здесь участников и лауреатов конкурса, прошедших серьезный конкурсный отбор. Лучшие компании 2013 года находятся в этом зале. Лучшие из лучших поднимутся на эту сцену через несколько минут. А сейчас я бы хотел пригласить председателя правления Межрегионального финансово-экономического союза, члена Совета по аграрной политике и природопользованию при председателе Совета Федерации, доктора экономических наук, профессора, члена-корреспондента Российской академии наук Михаила Антоновича Коробейникова. Поприветствуем Михаила Антоновича. Добрый вечер. Взаимно. Серьезными делами мы занимаемся, к сожалению, не наша власть. Дорогие друзья, товарищи, господа, кому как удобней, у нас уже это пятое награждение подобное по разным номинациям. И я прежде всего приветствую вас в этом замечательном зале от имени правления Межрегионального финансово-экономического союза, от Совета Федерации, членом которого я являлся в свое время. И мне очень приятно пообщаться с людьми, которые занимаются реальной, конкретной экономикой в стране, которая, к сожалению, на сегодняшний день фактически нулевой рост имеет.
И если что-то и есть реальной экономики, это делаете вы, малый и средний бизнес. Я представляю, как вам тяжело было в 2012 году. Парламент страны и любимое правительство сделало так, что вам пришлось очень туго. И налогообложение было особое, и страховые взносы вам увеличили практически в два раза. И особенно индивидуальные предприятия, ничего не осталось делать, как вообще отказаться от такой деятельности. Недавно президент страны подписал закон о внесении изменений в налоговый кодекс. Я думаю, вы об этом лучше меня знаете. Теперь, значит, еще повысятся так называемые офисно-торговые дела, будет арендная плата увеличена в 2, кое-где в 3, в 4 раза. И это все делается под эгидой того, что вроде бы то пенсионный фонд надо спасать. А что же его спасать-то? Почему и кто его растранжирил? И почему тот, кто реальной экономикой занимается, он должен спасать пенсионный фонд? И много других вопросов. И вы понимаете, какая ситуация? Если в стране не навести порядок со средним и малым бизнесом, будет большая беда. Ведь из истории, я думаю, и вам хорошо известно, что Америка в прошлом веке, 20-30-е годы, из кризиса вышла и нашла себя именно за то, что особое отношение сделала к малому и среднему бизнесу. И сегодня, сегодняшняя американская экономика, 2/3 валового внутреннего продукта делает именно эта категория людей. И вот если у нас это не получится, то будет беда. И тем не менее, вы все сегодня в зале присутствуете, вы лауреаты. Вы победители всесоюзного, даже всемирного конкурса экономического. Вы заняты конкретным делом. И большая часть из вас это, как говорится, не нефтегазовый комплекс, не древесина, не металлы, не удобрения, которые непонятно куда гонят. И непонятная сегодня цена нефтегазового комплекса. Все говорят, реклама идет, что народу принадлежит весь газовый комплекс. Но почему сегодня этому народу продают по такой бешеной цене? То есть сегодня цена газа, цена всех буквально... что производится из газа, из нефти, газосмазочные структуры и прочее, бензин, дизель, он постоянно дорожает. Это, конечно, в корне неверно. Я просто увлекся, может быть, вот этим непонятным состоянием сегодня в экономике, и я уверен на 100%, что вы больше меня знаете изнутри эту проблему. Но, тем не менее, я сегодня хотел об этом сказать и заострить, что именно на вас надежда, что рано или поздно все равно проснется Россия, и экономика страны станет реальной, а не виртуальной, которой она сегодня является. Я сердечно еще раз приветствую вас в этом зале, и сегодня я считаю, вы должны отдохнуть. У вас есть такое право. Сегодня вы будете награждены. Я уверен в одном, что человек требует внимания. И вот поверьте мне, я, как говорится, из той советской жизни вышел. Я бывший заместитель руководителя отдела ЦК КПСС в свое время. Награждали людей разного уровня, государство награждало. Сегодня государство почему-то награждает какой-то шоу-бизнес непонятный, а люди труда и люди, которые занимаются реальной конкретной экономикой, редко. И это поправляет общественные организации, общественные структуры. Их сегодня тоже расплодилось достаточно много,
Но тем внимание, как я и сказал в начале, что человеку нужно внимание. И вот сегодня есть такая возможность, по крайней мере, мы сегодня с устроителями вот этого конкурса, с устроителями, которые вот сегодня организовали все это мероприятие, хотим сделать, чтобы вы почувствовали здесь заботу, внимание, и чтобы вы набрались сил и дальше продолжать свое начатое дело. Спасибо вам, Алексей. Приступим к награждению. Дорогие друзья, прежде чем приступить к награждению, я хотел бы пригласить на сцену члена экспертного совета Межрегионального финансово-экономического союза, доктора экономических наук, профессора Маргариту Петровну Владимирову. Добрый вечер. Пожалуйста. Уважаемые участники, лучшая компания 2013 года. Разрешите от лица экспертного совета поприветствовать вас и поздравить уже на финале победителей, лауреатов конкурса «Лучшая компания 2013». Экспертная группа комплексно и строго на научно-методологическом обосновании представила свои результаты, которые вы имеете возможность свободно, они находятся у вас на руках, наглядно посмотреть, и они представлены вам в достаточно такой творческой и нетривиальной форме эссе. Соответственно, особо хочу отметить, что формат Межрегионального финансово-экономического союза не позволяет экспертам работать только в оценке вашей деятельности. Этот формат и нам дает такие наказы, чтобы мы развивались вместе с вами и помогали вам развиваться. Нашим экспертным сообществом сегодня разработаны уникальные авторские программные продукты, которые без сомнения позволят всем участникам быть конкурентоспособными и добиваться лучших показателей в своей работе и быть лидерами. Возвращаясь к подведению итогов конкурса, разрешите отметить, что используемая нами авторская мультиинструментальная методика, она объективна и беспристрастна определила сейчас победителей, лауреатов. И со своей стороны еще раз от лица экспертов разрешите вас поздравить с участием в конкурсе, разрешите вам пожелать дальнейшего творческого, позитивного развития и процветания. Спасибо. И начинаем церемонию награждения. Город Ростов-на-Дону. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ростовский государственный университет путей сообщения. Руководитель Владимир Дмитриевич Верескун. Проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор Александр Николаевич Гуда приглашается на сцену. Вид деятельности образования. Владимир Ильич, несколько слов коллегам. Уважаемые коллеги, к сожалению, наш ректор прибыть не смог. У нас министр транспорта прибывает на территории Ростовской области. Как раз будет мероприятие, в том числе в нашем университете. Поэтому его поручение принимает этот приз. Но я думаю, присутствие здесь коллеги не обидятся. Почему? Потому что начали с образования. Образование – это, наверное, в общем-то, база, в общем-то, и для России, и с точки зрения духовности, и с точки зрения инноваций, и с точки зрения качества жизни, в общем-то, по всем, как говорится, параметрам начинается все с образования, начинается с школы. В нашем университете это образование реализуется. Есть у нас и школьная подготовка, у нас есть свой лицей. Есть у нас 10 филиалов, начиная от Волгограда, Владикавказа и заканчивая Краснодаром, Ростовской области и так далее, в которых ведется в основном подготовка по
среднему профессиональному образованию. И есть базовый вуз, где ведется подготовка по высшему образованию. Всего 25 тысяч студентов. Поэтому, я думаю, уважаемые коллеги, не обижайтесь, что начали с нас, но начали, как говорится, с молодежи, начали с образования. И очень приятно, что вот организаторы конкурса, когда оценивали компании, смотрели не только, вот, скажем так, выход с точки зрения там, выпуска продукции, объемов и так далее. Да, у нас в этом плане тоже есть успехи. Наши разработки востребованы и в России, особенно в компании РЖД, и в странах СНГ, и за рубежом. Но очень хорошо, мне кажется, что жюри отметило и социальную направленность организации. Это то, что вот мы делаем, в частности, по повышению заработной платы сотрудников и по созданию условий для студентов. Если вы придете в наш университет и посмотрите, как живут наши студенты, то вы увидите, что уровень проживания и уровень качества того, как они живут, как они учатся, он соответствует лучшим мировым стандартам. Поэтому мы приглашаем всех вас, пожалуйста, побывайте у нас. Ну, а организаторам конкурса и уважаемым экспертам спасибо большое за высокую оценку. Поздравляем. Ростов-на-Дону. Давайте поднимем бокалы за вас. Все-таки первая компания получила уже награду. Давайте поднимем бокалы за вас, за лучшую компанию 2013. Это хорошо, что с образования начали, потому что образование является основой любой экономики. Но, к сожалению, вот проректор не сказал, к сожалению, образование хотят угробить. Итак, друзья, мы продолжаем. Номинация «Здравоохранение и социальная сфера». Первое место занимает город Кисловодск, федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения, санаторий для детей с родителями «Смена» Федерального медико-биологического агентства. Главный врач Татьяна Васильевна Кулаковская на сцене. Вид деятельности — санаторно-курортные учреждения. Поздравляем вас. Экспертное сообщество отмечает, что ФГБУЗ «Смена» – безусловный лидер в данной номинации благодаря совокупности финансово-экономических показателей. Пожалуйста. Татьяна Васильевна, несколько слов. С удовольствием. Мне особенно приятно, потому что награду эту Михаил Антонович, я знаю, что вы начинали карьеру в Ставропольском крае. И как земляк по работе, мне это особо ценно, особо приятно. Санаторию «Смена» в городе Кисловодске в этом году исполнилось 75 лет. Это учреждение, которое стояло у истоков детской курортологии. 75 лет коллектив с душой, с профессионализмом, с удовольствием выполняет свою работу. Хотелось бы отметить действительно социальную направленность нашего учреждения. Хотелось бы отметить, что учреждение работает как бы на два фронта. Мы и бюджетники, и занимаемся деятельностью, приносящей доход. Все трудности, все удачи и неудачи нашей деятельности мы знаем и со стороны бюджета, и со стороны вне бюджета. Но, несмотря на все это, санаторий расширяется. У нас прибавились койко-места с 2011 года. У нас выросла зарплата. Поэтому я считаю, что мы достойны этой награды. Спасибо, что вы это оценили. И еще хотелось бы отметить, что нам действительно интересно было работать вот с анкетами, с этими. Мы участвовали не в одном конкурсе, но ваши анкеты, они отличаются. Хотелось бы отметить профессионализм и здравое зерно. Спасибо вам за ваш труд. В любой момент ждем вас в Кисловодске, где самое большое количество солнечных дней в году. Здоровья вам! Кисловодск приглашает, дамы и господа. Приезжайте. Замечательный край. А мы продолжаем. Номинация «Здравоохранение и социальная сфера». Второе место. Город Петрозаводск. Общество с ограниченной ответственностью. Елизаветинский центр.
На сцену приглашается директор Анна Васильевна Смирнова. Экспертное сообщество отмечает деятельность Иерусалимского центра по критерию социальной значимости и полезности. Итак, я так понимаю, что Анна Васильевна, по-моему, уже получила у нас высокую награду. Да. И мы продолжаем. Номинация «Высокие технологии». Город Тюмень. Лауреаты конкурса. Общество с ограниченной ответственностью. «Геоинтек». Директор Владимир Александрович Борисов, генеральный директор. На сцену приглашается Сергей Викторович Кобзарь, директор департамента промысловых исследований и строительства скважин многопрофильной компании «Геоинтек». Нефтегазосервисная компания. Вид деятельности. Сергей Викторович, поздравляем, пожалуйста. Спасибо, спасибо, уважаемые друзья, коллеги. Хочется отметить, на самом деле, что очень приятно получить данную награду. На таком высоком уровне, увы, Владимир Александрович не смог присутствовать, потому что так как мы работаем с высокими технологиями в ТЭК, поэтому работаем по всей России, он в Якутии на данный момент. Хочется отметить, на самом деле, что сейчас у малого и среднего бизнеса, как во всей России, наверное, две проблемы. Это несовершенство налоговой базы, в первую очередь, и кадровый кризис, который нас потихонечку сейчас выдогоняет. Поэтому хочется подтвердить вышесказанные слова, что сейчас будущее российской экономики в руках малого бизнеса и среднего. Поэтому в первую очередь пожелать всем удачи, новых начинаний, стабильности, в первую очередь государственной в следующем году. И отметить тот факт, что для того, чтобы все-таки эффективно работать и работать не только во благо своих компаний, но и во благо страны в целом, нам всем нужно работать вместе. Поэтому я еще сегодня хочу пожелать всем, чтобы данная встреча повлекла за собой какие-то деловые контакты и, может быть, какие-то эффектные переговоры и какие-то результаты. Всем спасибо и удачи в 2014 году, и всем по премии тоже. Спасибо, спасибо. Общайтесь, кстати, общайтесь между собой, общение, потому что вы же приехали со всех городов России, это очень важно. И мы продолжаем. Номинация «Сфера развлечений». Город Смоленск. Общество с ограниченной ответственностью. Фейерверк «Мастер». На сцену приглашается генеральный директор Алексей Иванович Столяров. Город Смоленск. Большое спасибо за награду. Ну, вкратце скажу, наша компания занимается организацией фестиваля фейерверка в городе Смоленске. Как бы первый фестиваль был сложен, мы уже сделали три, поэтому спасибо большое. Поздравляем вас. Спасибо. Поздравляем. Я хорошо знаю эти фейерверки. Я вел второй международный фестиваль фейерверков в Москве. Это парк культуры Горького был. В 1994 году это было. Тогда привезли, там много компаний выступали, и французы, и англичане были. Друзья, ну мы продолжаем.